Greetings, fellas. We have an offer for you. We'd like to make a small deal. We have an interesting proposition. Get the new shiny Dota 2 ticket. Buy the new Starlight ticket. Support us with ticket purchases. And we promise to show you our best. We'll show you excellent and magnificent Dota. We will make sure you see some amazing games. Take the first step into the next season. We are counting on you. Help us make Star Ladder 11 awesome. We will see you again sooner than you think. Thank you for your support. And your contribution will make us a little bit happier. Thank you. Что, ребят, всем еще раз привет. Довольно-таки продолжительно у нас получилась пауза между играми. Ждали мы ребят из Power Rangers. Ну вот они у нас пришли к нам, и значит мы будем смотреть Доту. Star Ladder, если вы не забыли, у нас сегодня 15-й игровой день, Европа, ну и 4-й матч на сегодня, 4-й из 7. Goomba Gaming у нас играют за Radiant, за Dire, Power Rangers. Окей. Ребята уже пошли делать свои пики и баны, давайте посмотрим текущее турнирное положение этих команд. С какой результативностью они добрались до этой стадии, до этого игрового дня? Вот они, Goomba, кстати, 3-5 у них, 8 матчей было сыграно, 9 очков имеют, то Power Rangers 6 очков, но у них всего лишь 3 матча было сыграно, и старт у них довольно-таки неплохой получился, у них 2-1 пока. Окей, ну, мало чего можем сказать пока по их выступлению за этот сезон Star Ladder, потому что пока только-только начинают. Давайте посмотрим лучше статистику за весь год по обеим командам. Что мы здесь увидим? Увидим, что PR, ну, понятное дело, у них очень много матчей сыграно, они на всех лигах практически принимают участие. Винрейт у них 47,5%, у Goomba Gaming 20 матчей. Есть 75% винрейта, неплохо, кстати, очень даже неплохо. В среднем делают очень много фрагов, видим, Goomba 30 целых даже, смирают очень редко, ассистов делают тоже много. Но по сравнению с Power Rangers, видим, показатель у них немножко даже получше, но... Если посмотрим статистику только по Star Ladder, у нас она есть. По идее, есть. Только за этот сезон Star Ladder, мне интересно. Так, то здесь немножко картина другая. Здесь у Power Rangers винрейт лучше, у Goomba Gaming 1,37%. И видим, что за этот сезон Star Ladder Goomba Gaming очень много умирают. Но при этом, конечно, и фрагов тоже они делают больше, нежели ребята из Power Rangers. Вот, полоски там больше у PR, видим, КПМ, XPM здесь у Power Rangers, видим, поболее будет. Такие вот дела. Ладно, посмотрим, что у нас продемонстрируют команды в этой игре. Перемещаемся к пикам. Goomba Gaming берут себе Джакиру, Death Prophet, Power Rangers, Tidehunter, Бисп и Некрофос. Ну вот, наконец-таки, Айо мы увидели в сегодняшних играх. То, что Джакиру, Death Prophet, Рубик, там, Tidehunter чуть ли не в каждой игре у нас уже были. Вот, а Беспа не было. Окей, теперь будет. Ну и плюс Некро заезжает тоже. Некро за сегодняшний, по крайней мере, игровой день точно не наблюдался. Лады, договорились. В планах у нас Брюмастер, Ликантроп, Вайпер, Дазл, минус также Пако, Гармак, Дум и Энштопоришн. Ну, еще по одному герою осталось сделать. Осталось выбор, точнее, в этой стадии пиков. Я, ребят, вам напомню, что мы с вами, конечно же, на канале Star Ladder 1 находимся. Именно здесь мы с вами смотрим трансляции. Надеюсь, вам все нравится. И мы будем продолжать, конечно же. Пишите что-то, пишите ваши комментарии какие-то. Если хотите какое-то сообщение лично передать стримеру, мне, то бишь, пишите в Твиттере @AdekvatTV или по хэштегу SLTV, я тоже периодически почитываю. Ну и, конечно же, вся актуальная информация есть на нашем сайте live.talada.tv. Вот такие вот дела. Что тут Димон у нас четвертым пиком заезжает от Power Rangers. Ладно, хорошо, ПР берут себе этого ШД. Ну, вообще, прям напрашивается ласт пика Мирана какая-нибудь, да, Семикерри. Но почему мне здесь не нравится Мирана? Потому что плохо сочетается с Виспом.
Хотя, с другой стороны, может быть, Висп пикается не под какого-то мейн-керри, а может быть, под Некрон пикается, потому что Висп плюс Некро — это довольно-таки жесткая связка героев, которых забрать будет очень-очень сложно. Ну, в частности, Некрофос, например. Попробуй его под хилом Виспа убей. Он сам себя подхиливает очень хорошо. Так еще и Висп захиливать будет. Вот, но у Гумба Гейминг. Два первых героя как раз-таки направлены на то, чтобы быстро поносить товара. Там Джакиро Дес Профит, Рубик — полноценный суппорт. Посмотрим, что будет дальше. РМН на капитанском слоте. Состав сегодня у них такой. РМН, Гаша, Чилл, Экзист, Эде. И УПР, Чешуйский Кот, Дитяра, Саннейка, Джейфо и Шачло. И забирают себе четвертым пиком Дисраптора. Ну, тем самым они ставят Джакира в сложную линию в качестве оффлейнера. Соло-героя, Деспрофит у нас пойдет в мин. Мид, Рубик, Дисраптор, два суппорта. И вот мейн-керри осталось забрать. Решили ПР не давать Медузу. В свою очередь, Гумба Гейминг под Виспа не стали отдавать Мордред, но ПР сразу же отвечает пиком Свена. Ну, вот такой у нас герой будет с Виспом вместе бегать, залетать куда-то и убивать. Ну что ж, довольно-таки сильный пик получается у ПР. Единственное, что, может быть, будет им трудно так это реализовать этого Свена, да, потому что хоть он и под бафами различными Виспа, да, точнее, под подхилом от Некрофоса, да, под поддержкой этих двух жестких героев, но он милишный персонаж, да, и он очень сильно будет страдать от прокастов Джакира, от Liquid Fire, от Экзорцизма, от Деспрофит, в общем-то, есть его чем здесь контрить. Ну, посмотрим, кто его будет все-таки убивать. Персонаж, который будет бить с руки Гумба Гейминг. Видит РМН, что у ПР появился Свен. Ну и нужно грамотно ответить на этот пик. Посмотрим, кто это будет. И это Faceless Void. Ну вот такая вот ответочка от Gumba Gaming. Напрашивался этот керри-герой, да, то есть нужно было как-то все это контрить, что есть у ПР, а Faceless Void, мы знаем, он может, он умеет. Окей, ставим ингейм, поехали смотреть за игрой. Так, знакомимся с игроками. ПВРы почти определились, там уже полностью определились с выбором своих героев. Чешуйский Кот сыграет на Тайдхантере, Саннейка на Виспе, Шачло на Некрофосе, Джейфо на Шадудимоне, Дитяра на Свене, ну и Гумба Гейминг, Чилл, Джакира, Экзист, Деспрофит, Гаша, Рубик, Эда, Дисраптор. Так, ну кто у них там мейнкерри? Кто у них там остался? РМН? Да, самый РМН, скорее всего, на Faceless Void будет катать. Окей, пусть будет так. Ну, сегодня для ПР это, по-моему, первая и, если я не ошибаюсь, единственная игра. Сегодня у них только один матч запланирован. А вот команда Gumba Gaming еще ожидает один матч. Большим, правда, перерывом. Они сегодня в седьмой матч будут играть против Virtus.pro. Так что должны они готовиться сегодня к большой дотке. К численным играм. Итак, Gumba Gaming. Побежали уже в свои леса, тоже отправляются, видим, ПРы в чужие леса, пытаются они поставить вардец, Саннейка, видим, ускоряет, такого вот варда интересно поставили. Интересно, ну-ка. Вообще такой достаточно большой вижен, да, я просто этот вард не особо часто вижу, просто интересно, что он освещает, так вот он. Хороший обзор дает, в принципе, да? Нет, здесь Раптора тут, видит Кашу. Руну контролит. В общем-то, более-менее. Что видим, сюда поставили вардец ребята из Gumba Gaming. На топе тоже вард был проставлен. Но это самими ПРами. Видим, что Чилл хоть и вард имеет, то пока не подоспел он как раз-таки к территории противника. А и свой обсервер поставил не на сложную линию, а поставил, чтобы контролить топ-руну. Ну что, с вардами определились. Что по линиям у нас получается? Ну, кот. Чешуйский кот на Тайдхантере пойдет в сложную. А, стаки на энчентов ему были не заблочены. Ну, просто энчентов ему не заблочили, да, вот это вот. Это вот поле со спауном. И он может спокойно себе эти стаки делать. Будет Тайтин против, понимаю, триплы полноценные. Да, Faceless Void фармящий. Рубик и Дисраптор 2. Суппортом, который будет помогать. А в миде у нас, ага, Висп плюс Фен. Мид пошли вот так вот против Экзиста.
Ну, вообще, Пикзи здесь особо страдать не должен за этой даблы, да, то есть все, что он делал бы против соло-героя, также он будет делать против даблы, то спокойненько промакшивать свой крипсворм и срабатывать себе топовый крипстат. Ну, естественно, что, конечно, у него шансов, скажем так, загнобить Свена будет немножко поменьше. А, ну и на топ-линии, тут у нас уже Чилова все развлекает G4, дает ему дисрапшн. Ну, так вот, не пускает его крипам, ну и Шачло здесь на, в принципе, фрифарме находится. Окей, ну, вообще, конечно, ребята из Goomba Gaming пытались своим ласт-пиком спасти ситуацию в плане лейта какого-то, да, и взяли Faceless Void, но по факту Faceless Void один здесь игру вряд ли сможет выиграть, все-таки против него надо учитывать будет Microfus, Tidehunter и Sven, а за один хроносфер должно две хроносферы этих персонажей не слить. Вот, поэтому я все-таки при более-менее равном начале игры от обеих команд ставлю на команду P в этом пике. Более лайтовый, скажем так, он. Но опять же, ничто не мешает Goomba Gaming, например, собраться вместе в определенный момент и просто давить, используя своих персонажей, они это могут делать. Disprofit, Jakiro, все это позволяет достаточно быстро справляться с товарами и заходить на хайграунд. Ну, посмотрим, в итоге получится. Опять же, все зависит от исполнения в первую очередь. Стратегия — это хорошо. Но если вы плохо реализуете свою стратегию, то хороший пик вам не поможет. Так, ну снова пытается знобить Чила. Ой, как больно Чилу. Это First Blood делает Шачло. Последняя птичка от него долетает. Как раз таки Херста Пауэр он прокачал. Видимо, от него и Деспульс был. И вот так вот Джакиро подставляется. Ну, сегодня мы уже несколько раз видели Джакиро, который стоял на сложной линии. Вы знаете, всегда не особо удачно. Как-то вот все вот в той карте, мы помним, от Tomba Man развлекал. На вивере этого Джакиру тоже убивали нон-стоп. Хоть и HellRaisers выиграли, но тем не менее. Джакиру было больно. И сейчас тоже Джакиру больно. Идет на сложную линию, вроде в соло стоит, но герой тонкий на самом деле. Две брони у него всего лишь. Запас здоровья небольшой, 644. Ну, тем более против такого героя, как Некрофос, здоровье, видим, тратится потихонечку. Неприятно. Даже вроде тебя не тычкуют, а хп куда-то уходит. Птичка, если долетает, так вообще неприятно. Так, ну вот, в отличие, опять же, от Джакиру, Тайдхантера забрать намного-намного сложнее. Если дисрапт, то даже вообще проще, скажем так, этого Тайдхантера убивать, да, за счет того, что он там на дистанции его держит и дает, например, вот этот вот Тандерстрайк. Потому что Faceless Void пока 0 дэмэджа, через кокоду будет наносить. Потому что есть Энка Смэш. Ну, от сапог есть Тайдхантера, получает он тот самый Тандерстрайк. Вот один третий уровень себе поднял, и Роман тем временем уровень четвертый уже. Это бегает с Кинетикфилдом, Глимс пока не качает. Что в миде? Дитя Ра здесь на Свене 14-3, у Экзиста 14-3 тоже. Кстати, здесь линию, то Экзист выиграть свою не может. Вроде крип, кстати, тоже хорошо, но вот, видимо, не получается. Так, ну и у нас на тем снизу, точнее, на топ-лейне был очередной размен, что делает против Джакиро. В итоге ШД делает фраг первым на Джакиро, то есть зарабатывает себе экспириенс деньги. Ну, Джакиро получил, конечно, деньги тоже, но экспы не получил, и поэтому мы только второй уровень. Что очень плохо. И Шачло, видим, уже уровень четвертый его гоняет достаточно серьезно. На единичку садист прокачал, видим, Шачло, чтобы с маной проблем не иметь. При хорошем ласт-хите, конечно, у него всегда будет фулл МП. 2-1, пока ПР впереди. Так, ну тут такая интересная попытка была со стороны Эда прогангать. Зашел он на медлинию, увидел там трех персонажей противника и решил, что не, ганг сейчас не пройдет, нужно возвращаться. Ну и Глимс, видим, только первого уровня. Слишком маленькая дистанция. Экзист все время пытается забрать. Так, дисрапшн прошел. Два стака уже есть Shadow Poison. Экзист. Приговаривает его Shadow Demon, опять же. Каша пытался хоть как-то помочь. Не получилось. Да получилось помочь товарищу Эда, который убивает Виспа. Еще и стягивает Дитяра. Тот дает стан. И Дитяра нужно бежать. Бежит Свен. Если чем его добить, вопрос. Вроде нечем, Баркрай он юзает, да, еще и Бис подтягивается после перерождения. И, в общем-то, Свена спасает. Как бы там ни было, но драка опять же в плюс ребятам из ПР, да, потому что, ну, Свен не умер, это раз, сделал ассист, это два. В-третьих, конечно же, забрали мидера, дали суппорта, это три. Ну, так что ПР по-прежнему пока на коне. Что у Ремен? Ремен показывать пытается свой топовый крипстат, 24 на 4 у него, не топовый, как оказывается. Все-таки лучше фармит Шачло. На 4 крипочка, на 3. Ну и ставится у нас пауза от кота.
Сори, говорит, да, поставил паузу, я отжал, говорит, нечаянно, бывает. ПТ. Тут ПТ говорит нам о том, что РМН не стал выходить в быстрый Мидас. Так, теперь Гаша ставит паузу. Тем же отвечает Тайдхантер, а тоже умеет ставить паузу, потом ее отжимает. Так, ну что ж, пауза отжимается, продолжаем смотреть дальше. Так, Брейсер сапог у нас есть у Свена, левел 5. Пока не хочет ничего вкачивать, он прокачал Штормхаммер свой. Стан улучшил. И на топе в очередной раз убивает Джакира. Ну, Чилу надо прекращать уже фидить, уже 3 раза отдался. Один раз ему чудом повезло, что Шаду Демон тоже после его смерти погиб, но по факту 3 раза отдался подряд Чилу на сложной линии. Это, конечно, плохой показатель очень. 5-й левел получает Джакиро и нафармил только на Транквил Буце. В то время Шачло уже есть Soul Ring, есть Транквилы, есть Ring of Basilius, и помимо этого еще 1000 монет. Давит, мы видим Тавр 7-го уровня уже. Ну, Кёлис Риппер убивали Джакиру, да, то есть достаточно долго носить таверни. Так, Тиранем Санейка. Как вот интересно, в спину зашел Faceless Void. Делают вместе с Дисраптором фраг на Тайдхантере. Вот уже где фрага я не ожидал, это как раз таки на нижней линии. Не думал я, что Тайдхантер сможет нафидить, но у него это получилось. Поджали Эда, через Глимс мы видим, через Тандерстрайк. Хана сверху вынужден РМН был потратить, но главное сделали фраг. Это самое важное. 4-3, момент встречи подходит к концу. Так, JFO готов снова нападать. Кстати, очень хорошо отыгрывает начало в этой карте у нас JFO. Где случаются фраги, там везде есть Shadow Demon, 2-1-2 у него, да? Он как раз таки, да, 4 фрага сделала его команда, и во всех 4 фрагах Shadow Demon участвовал. Одна смерть. Так, ну в мире слишком много народу у нас собралось. 3 персонажа от Goomba Gaming, здесь 2 от PR. Что-то тут пытаются интересно изобразить. Пытаются ли вообще напасть на Свена? Есть ли какая-то маленькая вероятность того, что у них получится сделать фраг? Так, ну вот стан ловит Гаша. Тиара не пошел, хотя Снейк к нему притягивался. И на топе у нас в очередной раз забирают Джакира. Но как так получается, непонятно. И вообще понятно как, да? То есть вижен у Джакира нет, то он стоит вроде как возле своего тавера, думает, что все у него хорошо, а тут вот ему с речки приходит Shadow Demon, дотягивается Disruption, ему в итоге Джакира уже никуда не уходит. Но фраг в очередной раз сделали через Рипер. Опять же, очень долго Джакира проводит времени в таверне. Но Некрофос доволен. Шачло 3-0-1 с легкой линии. Крипов бьет, и противника бьет. И, в общем, все у него действительно очень-очень круто. Посмотрим, в какие артефакты он будет выходить. Уходит в поинт-бустер Шачло. Вообще, если бы не было Соулинга, я бы сказал, что это Аганим, конечно. Но, походу, все-таки Блодстоун будет выходить Шачло. Ну, ранний Блодстоун тоже довольно-таки полезная штука. Чешуйский кот, сапог, Ring of Regen. Ну, он один раз только умирал. И наконец-таки Чил понял, что нечего делать на сложной линии. Идет на нижнюю линию стоять против чешуйского кота. А на топ-лейн перемещается у нас Эда. Ну, такие вот у нас замены. Ну, вынужденные замены со стороны Goomba Gaming. Что, ну, Чила больше на сложную пускать было нельзя. Так, можно игру слить. Макропиру он себе, видимо, вкачивает. Так, ну а JFO сразу же видит. Ага, Джакира снизу. Пойду-ка я еще раз его проведаю. У кота, кстати, есть ревейдж, так что на двоих они тоже фраг могут сообразить. Не стал пока, JFO перетягивается в мидлейн. Так, стан в Гаша. Заходят, пытаются Гашу забрать, до сейф ТП пошли. Приходит Faceless Void, ставит хроносферу по двоим, Снейка большие траблы, Снейка сдувает очень быстро, JFO здесь, не успел помочь. Гаша лопается от JFO, ставится, видим, статик штором. Экзорцизм. Ну, вот вернули. Свена, и Свен в итоге даже, наверное, должен сказать спасибо за этот Глимс, потому что иначе он бы здесь погиб. Не очень качественно отыграл товарищ Дисраптор. Зря вернул.
Но, с другой стороны, он пытался спасти Экзист, хотя Экзист вроде как-то выживал, завтра вроде тоже в живых оставался еще, ну, непонятно. Ладно, 6-4, в пользу ПР. В этом замесе только погиб Висп, так что не страшно, потеря действительно такая несущественная. Суппорт погиб, неважно. Есть у Снэйка в любом случае Боттл, Сапог, левел 5, ну и совсем скоро появится у него релокейт. У Дитяра 2 ассиста, ПТ Брейсер пока и 1000 монет имеет. Ты еще что-то монет ушачло. Так. Будет ли он фармить себе нагоним все-таки? Меня мучает этот вопрос. Вообще, на самом деле, фрифарм ушачло полный. То есть зря он даже покидал легкую линию. Можно здесь продолжать стоять. Стоять ровно до тех пор, пока он тауэр не снесет один. Может быть, подпушивать можно уже будет и второй. Ну или пока команда Goomba Gaming не станет приходить втроем-четвером, чтобы бить Некрофоса. Теренем снизу разобрали. Разобрали без ревейджа, опять же. Залетает наконец-то, у нас Свен с виспом на релокейте и убивают. Кого бы вы думали, они убивают? Конечно же, они убивают Джакира. И у нас товарищ Чилл пятый раз справляется, наверное. За первых 11 минут игры. Очередной Штормхаммер. Вот тут Экзист пришел. Крипсформ закидывает. Проверяет Агаши на прочность, периодически раскидывая станы. Да и вообще, стан дал, как бы все равно Висп захиливает. И у Свена особо проблем с маной-то нет. Периодически можно эти Штормхаммеры выдавать. Так, что мы имеем за эти неполные 12 минут? 3000 преимущества у Power Rangers. Заработали себе, по экспириенсу, видимо, они впереди на 2,5. Да, все-таки Vitality Boost это носит себе шачло. Ну и близок к покупке Bloodstone, осталось совсем чуть-чуть. Довольно-таки быстрый Bloodstone будет, на 12 минуте, на 13. Если при этом Некрофос не будет умирать, будут заряды на Bloodstone увеличиваться, это будет круто. Так, зашли, айспав, через кукота, очередной раз, видим, через... Ой, Джейфо, куда ты пришел? Джейфо, ТП какой-то сделал непонятно, тоже погиб. В общем, через хроносферу Гумба убивает. Ремен Шачло пришел тоже, нафидел. Что творят ребята из ПРР? Так, ну теперь только Свен вместе с Виспом залетели. Виспа вернули, но Свен успел сделать один фраг на Дисрапторе. Короче, ПРР тут устроили такой достаточно серьезный конвейер гейминг. Не знаю, зачем они так вот пришли по одному и нафидели. Ну, видно было, да, один пришел, погиб, что-то демон пришел, погиб. Потом Некрофос, опять-таки, ТП не отменяет, приходит и погибает. Зачем это все надо было, непонятно. Преимущество с трудом ПРР себе зарабатывали, делали какие-то фраги на Джакир. И, кстати, все это просто-напросто взяли и в один замес отдали. Но даже замесом это было сложно назвать, потому что ПРР толком ничего не кастовали. Благо, что Некрофос у нас к этому времени не нафармился на Bloodstone. То есть у него был бы Bloodstone, он сейчас без зарядов бы остался. Вот Energy Booster к нему прилетает, Soul Booster готов, и осталось только на рецепт нафармить. Так, Ремена здесь видит. Ремена, кстати, неплохая игра, 3-0-2, у него после ПТ Мом. Есть Magic Wand, 1000 монет. Ну, по кулдауну Хроносфера практически они убивали Тайдхантера, так что, действительно, пока у... Байда, все действительно замечательно. Ты на 1000 монет всего лишь отстает от Некрофоса. Ну, скажем, Некрофоса больше видели, нежели Ремена. Вот так, Экзист пытается выфармить себе Еул, это Арканы нафармил уже. Гаша тоже Арканы имеет левел 6, сворованный у него Штормхаммер в эти уровни. Ну и Ремен возвращается на свою легкую линию, перчаточку себе приобрел, дальше в стандартный Майлштром, ну а остальное по ситуации. В принципе, БКБ здесь, конечно, купить надо будет, да, потому что хроносфера это хорошо, но если вдруг ты Некрофоса в некросферу, в хроносферу не зажимаешь, то Некрофос дает тебе ультимейт, а ты под момом, ты умираешь, отправляешься на таверну надолго. Я думаю, что Некрофос все-таки выформит себе в этой игре Аганим. Ну и обезвоит, и здесь Goomba Gaming, по сути дела, драться к нечем. Ну да, есть Деспрофит, вы скажете, конечно. Но против Деспрофит здесь еще и Свен имеется. Который при таком фарме купит себе Мом, купит себе Деедалус, и тут ДП будет разваливать очень быстро за один стан. Ну это теория, на практике посмотрим, как оно получится в итоге. Так, Шашло покупает себе рецепт на Бладстоун. Вместо ожидаемых 13 минут, все-таки это на 15 минуте будет собрано, но... Все равно достаточно быстро. С учетом того, что помимо Bloodstone уже и Транквилки есть там, да, и какой-то Винков Базилиус.
пытается напасть, возможно, на Шачло. Будет ли глимсовать? Эда идет глимсовать 4 уровня, не стал этого делать почему-то. Ну, отличная возможность степить Некрофоса, не знаю, почему не стали этого делать. Приходит Тайдхантер с Рэвиджем. Тут еще 100 монет, без Найкера пока, но есть арканы. Так, ну а Гумба Гейминг решили покинуть топ-линию. Оставляет ее на растерзание, видим Шачло. Так, это ну что это? Спрятался пока. Ну, команда от него ушла, поэтому здесь даже нет смысла находиться. Ну, то есть от ТП вернуться уже не сможет. Поэтому тавр нужно будет спокойненько отдавать и попытаться выйти в размен. Ну, правда, в размен выйти будет сложно на нижней линии. Все-таки придется лупить Т2. Что довольно сложно. Так, Юлит экзист. Ставит кинетик филд. Это спалился. Сразу же тэп-аут юзает, потому что могут быть ему... Могут быть у него проблемы. Он об этом прекрасно понимает и ушел. Тавры спушили ПР, причем Гумба в ответ не сделали ничего. Свен тем временем с помощью мид тавр будут забирать. Надо перетягивать сюда Гумба. И Гумба как-то за всеми этими действиями по рейнджерс не поспевают. Приходит Эда. Я сейчас его буду убивать. О, поставил хороший стикшторм, кстати. Закрывает двоих кинетик филд. Зачем-то глимпсонул Тайдхантера из-под шторма. Ну, расставался на полную перед смертью, надо было что-то сделать, в итоге он сделал. Погиб, может, он сделал. Теряет один тавр по миду у нас Гумба, и при этом ПР свой два тавра сохраняет. Да, огромнейший плюс они получают, теперь они, смотрите, залетели и под... Ой-ой-ой-ой-ой, под хрена сферу от Войда они залетели, Виз погибает, и Свен тоже. Ну, зачем так влетать, черт его знает. Ну, хотели со спины напасть, понятное дело, да, отомстить за свой тавр, который они подгрызли. Ну, блин, вы же знаете, что там хрона есть. Там есть Джакира, который в это хрона дает отличный магический прокаст. И пока БКБшки вы не нафармите, хотя бы вы будете страдать. Ну, Хесл свой очередной буст получает, да, и покупает себе Метилхаммер. Остается у него чуть-чуть до покупки полноценного Майлштрома. Так, на Тедин Тауэр по миду. Гумба собирают через экзорцизм. Вот, просветился Долгаш. РМН здесь под момом. Просил от спирит достаточно серьезно. Еще и Тауэр помог. Но все равно попытается Гумба, я думаю, тавр раздавить. Шачло, Бладстон. Один заряд лишний получил. 1600 монет. Кошку себе принес. Я думаю, следующим артефактом сперва последует какой-нибудь дайкер. Потом уже все остальное. Нарошана пошли ПР. Свен под момом. Так, ДС юзает. Момчик активирует. Баш, конечно, неприятная штука. Но в целом все равно ДПС хороший у этого Свена. И с Рошаном будут довольно-таки быстро справляться. Даже без какой-либо медальки или чего-то на минус броню. Так, там говорят, что... Кто-то вы не можете меня слушать, потому что... Какой-то немец ворвался ко мне на слот первый и параллельно со мной сидит и комментирует. Ребят, ну, сори, это... Я не люблю, конечно, виду на кого-то сваливать, да, но это админы не посмотрели, в общем-то, почему-то оставили этого человечка рядом со мной комментировать. Не знаю, почему какой-то немец ворвался и теперь кастит. Ну, в любом случае, в следующей игре мы это исправим, ребят, обещаю. Смотрите пока на Твиче. Так, снова взрывается Дитяра вместе с Анейка. На самом деле, здесь сейчас нет хроносферы, поэтому здесь, конечно, ПР сделают много фрагов. Ну, минимум два они уже сделали, двух суппортов разобрали. Войд в это время был на миде, покупал себе Майлштром и фармил. Ну, так вот. Такие расклады. 11-9. Ну, Свен идет дальше. Вот туда тауэр пытаются, я думаю, забрать. Так, на середине Тайдхантер разобрали, но в размен на РМН, окей, один в один
замес у нас произошел. Приходит чел под его Санейка, Макропира, испав очень больно Санейка, пытается подхиливать Шачло, его не хватает хила, а зато хватает ДПС команде Гумба Гейминг, ну и Шачло вынужден уходить. Если у Эгис есть Даггер, Даггер откатывается спокойно, но уходит, конечно, Шачло здесь действительно такая очень неприятная боевая единица для команды Гумба, потому что непонятно, чем его пробивать, пока нет жесткого ДПСа. А именно действительно Burst Damage нужен, чтобы Шачло сливать на дистанции, он себя выхиливать будет постоянно. Но Burst Damage это, конечно, каким образом опять? Эда приговаривает Shadow Demon, это они вниз пришли, забрали его, окей. Так вот, пока возможно только убивать Некрофоса за Хроносферу, например. Хотя, опять же, Void один в соло с этим не справится, да, то есть нужна будет какая-то поддержка, нужен будет магический прокат в этих хронах. Пока ДПС у Фесла Свойда немного, крути. Залетает Шачло, вот так вот в РМН, РМН вынужден упрыгивать, телекинезис прошел, Каш отпиливает назад этого наглого Шачло, ну и Шачло отходит. Я думаю, тут, конечно, Фесла Свойд, ой-ой-ой, находит, а если бы... Эх, если Рипер успели дать, скорее всего, это был бы фраг. Потому что там, пока Рипер летел, можно было Деспуль закинуть, и Гумба, скорее всего, этого не пережил, тем более под момом был. Ну, в случае, ему даже больно, ему одну урну повесили, он то настрадался очень серьезно. Да, Фесла Свойду здесь, конечно, без БКБ будет очень тяжело. Свен. 3000 денег нафармил себе у нас дитяра. Вот довольно-таки забавно, да, и интересно, а какой же артефакт себе нафармит дальше дитяра? Какой артефакт он пойдет? То есть, будет ли поднимать себе дэмэдж каким-то образом, типа, ну, не знаю, Abyssal Blade какой-нибудь покупать, что-то еще. Или же все-таки какое-то стандартное БКБ, чтобы жить подольше и не страдать от того, что на тебя там юзают телекинез, айспаф и прочую гадость. Возвращают тебя куда хотят. Еще БКБ есть, конечно, варианты сейвовые, да и получше будет в данной конкретной ситуации. Ставлю на него. Так, ну снизу у нас три персонажа от ПР. Один у нас уходит. Чешский кот, Гумба Гейминг, РМН. Искать пошел кого-то. Видит здесь Некрофоса, заходит в спину. Мом подрубает. Шачло дал деспуль. Ставр пал. Залетает сюда у нас Рипер. Шачло. Ой-ой-ой. Какой-нибудь Штормхаммер мог спасти положение. Он дальше прыгивает. Смотрите, за этим Войдом. Добивает его с руки. Штормхаммер как-то улетает у нас непонятно куда. А, это Чила, который сделал топ-аут. Да, в итоге фраг здесь не получилось сделать ребятам из ПР. На миде подловили часу кота через этих шторм, и через кинзихилд его разобрали. Еще экзорцизм здесь потратил. Тайдхантер у нас погибает в очередной раз. Уже четвертый, кстати. Довольно-таки тоже много фидит. Вообще у нас оффлейнеры в этой игре как-то не очень хорошо себя показывают. А в середине хроносфера пошла, РМН пошел убивать Санейка. Приговаривает. Теперь нужно Дитяра разобраться. Дитяра. И Тавр разобрать не смог. И РМНа не забрал. И в итоге погибли втроем ПР, оказывается. Tower denied this profit. Ну, с другой стороны, Свен тоже ведь мом имеет, да, и поэтому под хроносферы довольно-таки больно он получает, как ни крути. И покупает, да, БКБ, действительно, Метрилхаммер, Огрклаб. И БКБ это появится буквально через 300 минут. Через 300 монет. Через 300 минут, нормально я высказался. Начинаю сговариваться уже сегодня к окончанию этого вечера. Хотя даже уже не окончание, да, у нас какая, четвертый матч на сегодня. Пока четвертый идет, а еще впереди три цело. Вот так вот. Так что надо подсобраться, надо кофе себе будет выпить в перерыве. Иначе трудно. Так. У нас Silence. Двоим. Шачлоп бегает, летает, пытается кого-то подцепить. Ну, единственное, что не так с Некрофосом, так у него дизейбла никакого нет. Даже никакого замедленницы маленького нету. Ну, некоторые покупают, конечно, ротофотос на Некрофосе. Но здесь мы видим, такого артефакта нет. Так, а чилы здесь нашли. Shadow Poison залетел. Чил у нас улетает. Чил, кстати... Чил молодец! В последнее время все реже и реже умирает. Вот были у него первые 5 смертей, как раз таки вот со сложной линии. После этого только фраги и ассисты. Купил он себе Меканзом. Правда, Джифа его здесь по-прежнему пытается выловить. Дает Disruption. Каш его встречает. Джифа очень больно. Дал демоник порч и погиб. Ну, а Чил, конечно, выживет. Фидит ПР. Беспощадно фидит на разных частях карт. У них было преимущественно хорошее. 5000 по деньгам. Сейчас преимущество осталось всего лишь 2000. По экспириенсу, видимо, 2000 плюс вышли гумбы даже. Такие расклады. Ну, Некрофос у нас с поинт-бустера следующего будет выходить, конечно же, в Аканим. Ту Аканим немножко осталось, 800 монет. И вот появляется БКБ у Свена. Так, атака на Джакира. Джакира пытается уйти.
Рядом это, если что, подстрахует. Где Ромен? Так, Ромен. 2000 денег имеет, если что-то в курьере. В курьере у него ничего нет. А по идее ему тоже, конечно. Не зазорно было бы купить себе БКБ. Вообще какие-то идентичные будут примерно закупы у Свена и у Войда. А, ну, разница только в том, что Войд купился все-таки Майштром. А Свен уже купил БКБ. Ну, Свен, я думаю, вряд ли будет Майштром себе уфармить. Это не очень крутой артефакт, скажем, для Свен. Да, не часто на нем такая сборка проходит. Есть более приоритетные цели для фарма. Так, Эрмен. Виспа видел. На одного виспа влетать не очень хочется, потому что можно подставиться под Штормхаммер и под что-то еще. Ну, идеально было ему прыгать, когда он видел двоих, да, и мог обоих в трансферу зацепить. Пока он двоих вместе не видит. Ну, вот стоит вард хороший, видит, что Свен ушел, что висп тоже оттягивается. Рядом еще и Джейфо. Есть смог, кстати. И вниз улетели. Вниз улетели, чтобы просто забрать Флотавр. Ну, так вот разводит, скажем так, Гумба Гейминг под ГДСом, под Момом, Тавр падает. Ну, сюда будут возвращаться. Висп или... Да, ну просто Висп возвращается, Санейка нужно будет забивать. Санейка... Ой, Дисрапшн, да ладно, пока живет, приходит Шачло, сюда находит Гашу, глимсует Шачло. Далеко его не откидывает, все равно у нас погибает Убик. Остальные просто уходят. Так, а Шачло тем временем через 80 монет уже нафармит на огонь. 13-16. Ну, в целом, опять же, я все того же мнения о том, что если игра даже будет затягиваться, то все это на руку ребятам СПР. То есть, конечно, Void это плохо, раскачанный Void это еще хуже, но это не конец. Void можно контрить. Да, он будет доставать тебя очень серьезно, когда там... Вот он сейчас Тайдхантера пытается забрать. Дал, дал Бресс. Гумба сразу, чил точнее, не стал давать айспафу, дает его прямо сейчас, еще и баш срабатывает от Эрмена. Довольно-таки долго этого Тайдхантера грызли, вообще не очень понятно, что сделал Тайдхантер, один без поддержки, без вижена. Ну ладно, это уже вопрос другой. Так вот, самое главное, что Тайдхантер очень долго пробивали. И я думаю, что Войд бил бы еще дольше без поддержки Джахира. Но при этом Тайдхантера, ну, для выживаемости здесь только мека и все. И он рейвидж не тратил, ничего не тратил. Хотя, в принципе, тоже мог попробовать, наверное, дэвэдж потратить. Может быть, и удалось бы уйти, может быть, прилетели бы Висп с Свеном. Ладно, не стали. В общем, продали Тайдхантера. Так вот, я закончу свою мысль. Даже если соберет себе БКБ Войд, он, кстати, покупает себе Аганим, что... Мне вообще не нравится, то есть единственный, по сути дела, ДПСер, герой, который бьет с руки, с физического урона. Ну, правда, есть еще экзорцизм, конечно, деспрофи, но тем не менее. Вот Damage Dealer, самый настоящий РМН, ITN, он покупает себе Аганим в ущерб своему ДПСу. Ну, то, что он будет ставить хроносферу в каждом замесе, это, конечно, круто. Что хроносфера будет на секунду дольше стоять, это тоже круто. Но это не победный артефакт, мне так кажется. Почему-то я в этот Аганим на Войде не особо верю. Дагер покупает себе Тиара. Кстати, при должном микроконтроле можно попытаться из хроносферы выпрыгнуть. Может быть, этого Свена добивается. Но, с другой стороны, и противника цеплять проще, да, имея дагер. То, что вы залетаете с виспом куда-то за спину, это здорово. Ну, то есть, еще и противник убегает на какую-то дистанцию, но дагера можно будет догнать. А с учетом того, что есть Мом и ГДС, и Варкрай, то по мувспиду, конечно, Свен здесь любого будет обходить и будет догонять. Прямо вот 100%. Так, чил у нас здесь бегает, Йол он себе насобирал, 2000 денег у него есть, под смоками, ребята из Гумба Гейминг. Никого они не видят. Ну, а тем временем шестский кот зашел на Рошана. Как зашел, так и вышел. Боятся прямо сейчас так ПР идти на Рошана, они хотят сперва кого-то забрать. И уже потом забирать тебя, Эгис. Так, идут по чужим лесам. Здесь уже смог Гумба Гейминг пропал. Ставится вардец. Но он с хайграунда. Ребята из ПР сейчас будут видеть. Находится противник. Видели Джакиро.
Поставили еще один вард, видит передвижение команды Гомба и пытается ли напасть, вопрос. Скорее всего, попытается. Чешский код. Твой выход. Ревенж! Войда залетает моментально. Ой, Войда. Растоптали в секунду. Под рипером. Кто-то пытается убить дисраптор, зато сделал тэп-аут. Его просто-напросто убивает с руки Свен. Даже без станов. Еще и за чилом погоня. Ну и чил здесь тоже погибает. Отличная вылазка получилась от ПР. Хорошая. Смог атака. Там еще и заходит, посмотрите, пытается забрать Экзиста. Прям под прилокейтом, но Экзист довольно-таки плотный герой. И у него хватает эскейпа. И заходит сразу, смотрите, в 3 тауэр. Знают, что у нас будет погиб от рипера. И байбек сделать он не может. Джакиру байбек уже сделал. Но как без Войда драться? Как дефать в сторону-то? Ой-ой-ой. Гумба Гейминг вот так вот с одной атаки от противника могут даже и сторону потерять. Макропира пошла, крипов взбивает. Есть Глиф Фортификейшн. Питяра без ГДСа, но есть Варкрай. Оверчерч юзает, видим Бисп, подхиливает, если что. Так, Айспав, Демоник Фурш на чила. Есть Мека, Экзист пошел с экзорцизмом, и ПР вынуждены убегают. Что Экзист идет до конца. Глимс пошел, возвращает Некроп. Пацаны на развороте. Ой-ой, чуть было Экзиста не приняли. Юли пока летает. Экзист большие проблемы. Экзист таки помирает. Айспав пошел. Чилсон и каплюнул. О, еще один рипер в Рубика на этот раз. До сих пор висит у нас. Войд в таверне сидит. Ничего сделать не может. Через 1 секунду появится. Но появится уже без ДП и без Рубика. Да. Атаки потеряли ПР. И сейчас в одном шаге от победы в этой карте. Очень все круто сделали. Один замес и все. Этих ребят уже не остановить. Идут бить до конца. Теперь знаешь, что нет ДП. Но правда ДП сможет сделать байбек. Какой толк от ДП, если у нее нету экзорцизма? Так, неплохо Гумба РМН поставил, видим Кона. И Висп спасает, увозит на релокейте, байбек. Ой, не байбек, Свен сделал бокобы, отъедается от РМН, лол, РМН таверн отправляется. Байбек юзает, на этот раз у него он есть. Начало пока кулдаун на рипере. ПРы убивают нам 100 противников, врывается РМН, шачло. Дитяра, здесь Свен дал стан. Демоник Порш под сол кетчером. Ромена нужно бить. Шачло это понимает и грызет, и грызет, и грызет. Тайдхантер уже за спину заходит к чилу. Чил, лоу хп. Деспульс. И чил. Чил, ну должен жить. Должен жить. 250 хп. Лол, он как-то съел. В любом случае, еще одну сторону забирает ПР. Еще одну крайнюю сторону забирает. Гумба дефать не могут. Они пытаются, насколько именно, не получается. У Ромена нету уже хроносферы. Экзист тоже без экзорцизма. А ПР продолжают. Шачло выхиливают. У него фулмана. Стан Веромена. Ой, Ревич залетает. Ой-ой-ой-ой-ой. Минус Войд. Каша. Подхил есть от Джакира, но поздно. Войда уже не вернешь. Хороший сейф от Джейфо. Своего Тайдхантера. Правда, сам Тайдхантер помирает. Но здесь рипером накрывает, видим Джакира. Джакира в таверне. 100 секунд без байбека. Но хпшный ПР. Ах, ворованный Штормхаммер залетает. Свена. Свен погиб. Ну что, теперь уже... пора отсюда уходить. Думает ПР. Уходит, видимо, Шату Демон. Санейка здесь пока спрятался. Глимсанули его. Но Некрофос спасся. Как бы там ни было. Даже что сейчас втроем отдались ребята из Power Rangers. Они сделали очень-очень много. Они забрали, во-первых, две стороны. Они наделали кучу-кучу фрагов. Батл брика полный нам все равно не покажет. Нам более, скажем, открыто изменения после этого замеса покажут графики. Вот они и показывают, что внезапно с 5000 15 плюс 1000 имеет ПР. По деньгам, по экспириенсу видим 7500. Да, и Гумба без двух крайних сторон. Это самое важное. Байбек Свен сделал, но еще и Рашана давать не хочет. Приходит Шачло. Тут непонятно, Шачло сразу взять БКБ. Это помирает. Экзиста тоже подцепили. Через Демоник Пурш еще Штормхаммер подловил, тоже гибнет. Осталось только Гаша, который стоит на хайграунде. Обречен, конечно же, на смерть здесь Гаша. И рипером его даже приговаривают. 7 секунд, наверное. Да, ну и Аегис будет забирать Свен. 2-4-20, 34-я минута встречи. Оу, 3500 денег уже есть у Тиара. Дагер, БКБ, Мидас. И Свен отключился от игры. Окей, будем ждать его возвращения. Да, ПРы сегодня, конечно, прям вот очень красиво играют.
Да, ребят, еще раз хочу извиниться, то, что совместно со мной кто-то там в Dota TV комментирует, какой-то немец. Ну, провтыкали этот момент, и матч-админы, да и я тоже подошел уже, когда игра стартанула. Не знаю, что с кастером произошло не так, и почему он вдруг решил, что он вместе со мной прокомментирует эту игру лучше Dota TV. Но, не знаю, надеюсь, из нас получился хороший дуэт такой, русско-немецкая озвучка этой карты. Можете записать, потом выложить на YouTube. Ну, на нашем YouTube-канале, конечно же, будет только русская озвучка. И вообще, если вы хотите, ребята, слышать нормальное комментирование, скажем так, одноголосое, вот, закадровое, одноголосое, без мультиязычности, скажем так, то переходите на Twitch, twitch.tv/starladder1. Пока уж извиняйте, на эту игру только так. В следующей игре такого не повторится, обещаю. Ну что ж, пока пауза, ждем возвращения Свена. Их, ну что, карта веселая, тут мне нравится. ПРы прям вообще порадовали. Ну, вообще тут, конечно, у Goomba Gaming аутов в этой игре маловато будет, да? То есть возможности эту игру перевернуть практически нет. Мы же помним, какое количество они байбеков юзали, да? Без денег оставались, артефакты у них не появлялись. Сейчас погибли тоже, и если ребята из ПР пойдут прямо сейчас, они идут прямо сейчас, то у Goomba Gaming еще и байбеки не откатятся. Поэтому каждая смерть от Goomba Gaming лишь будет приближать их к поражению в этой игре. Я думаю, ПР особо не будут заморачиваться. Сейчас пойдут промиду, сломают внешний тавер Т2, у них есть Аегис, и пойдут сразу на хайграунд ломать. Но Goomba Gaming, я думаю, успеет один нам замес еще подарить. Какой-нибудь интересный. 22 заряда на Bloodstone у Некрофоса. Боже мой. 9-1-11. Вот тот самый момент, когда Bloodstone первым артефактом был не лишним. Ну, проблемы с интернетом, видимо, с Фена. Там, надеемся, что он вернется, и все будет окей. Вообще, я даже более чем уверен, если у нас так и не вернется с Фен, то они и без Фена выиграют эту игру. Не, ну просто там будет контролить все. Правит райт-кликом убить базу. База помрет. Как-то так. Ладно, пока расскажу вам, какие нас матчи еще сегодня ожидают. Помимо этого, у нас еще три игры впереди, как я говорил. Вернутся у нас ребята из 4Anchors, будут играть они против Alliance. Alliance вступают в бой. У Alliance 2 матча подряд. Сперва против 4Anchors, потом против Alliance будут катать. Вот. Ну и заключительным матчем на сегодня будет игра между командами Goomba Gaming и Virtus.pro. Вот так вот. Ладно, ребят, чтобы вам чем-то полезным заняться, я вам предлагаю сделать такой качественный мув, например, взять так вот хопана и подписаться на адекватом ВКонтакте. По-моему, вообще будет крутой мув такой, никто такого не ожидает. Вот, vk.com/adekvat.tv сегодня на протяжении всего вечера для вас работаю, каждый день, так что
подписывайтесь. Да. Ну и в Твиттере тоже что-то пишите, я вижу, тут сообщение залетает. Спасибо за то, что там мне вовремя скинули фидбэк по поводу того, что у нас там кто-то на трансляцию ворвался и так далее. Мы это обязательно сразу же пофиксим к следующей игре. Виновных накажем, как обычно. Так что все окей. Да, ну и вот, судя по тому, что Дитяра у нас не возвращается, у меня есть такие подозрения, что он и не вернется-то, потому что этот суровый белорусский интернет может подвести товарища Дитяра. И не вернуть его, скажем так, к нам. Это будет очень плохо, на самом деле. Вообще, главное, чтобы не случилось так, что мы с вами 30 минут прождали, в итоге стартанули без Дитяра. Возможно, будут какие-то лоуды там пятого игрока. Тоже такое может быть. Может быть, опять же, как я и говорил, сыграют без Дитяра четвером. Посмотрим. Ну что ж, по-прежнему ждем, ничего не происходит. Так, я хочу посмотреть, во сколько у нас будет следующий матч. Укладываемся ли мы в расписание, или нам надо уже поторопить будет ребят из ПР. Ну, вообще, 7 минут осталось до старта следующей игры. Так что, похоже, мы все-таки не укладываемся в расписание. И, похоже, нужно поспешить, товарищи Диара и ребятам из ПР, чтобы сделать какие-то мувы. Это адекватный токи боя не смотрит. Ребят, я бы смотрел их, если бы они какие-то грамотные были. Вообще, вот как-то даже подзабивая немножко на эти итоги боя. Ну, они то вот там одного игрока, ну, смерть одного игрока они засчитают эти итоги. Да, то ли вот замес, когда продолжительный, особенно там это обычно бывает так, что там часть героев уже воскресла, да, итоги боя смотришь, кого-то не учли, кого-то там лишний, наоборот, посчитали. В итоге они неактуальные становятся, эти итоги. Я думаю, что Valve все-таки переработает эту систему, вот этого батл рекапа, ну и в лучшем варианте мы как раз-таки будем пользоваться этой удобной штукой. Вот. Вообще, что мне еще больше всего не нравится, это то, что быстро пропадает кнопка, чтобы показать батл рекап. Но реально вот секунды 2-3 позволяет тебе на нее нажать, а потом берет и уходит. Не грустно. Ты вроде хочешь показать батл рекап, а там уже невозможно этого сделать. Такие дела. Говорят, дудосит ПРов. Вообще нельзя произносить, конечно же, вслух это слово, но я очень надеюсь, что это не так. Какой смысл дудосить вообще ребята из Power Rangers?
Самая нескандальная, по-моему, команда из всех, что я знал, что я знаю. Стабильная, нескандальная. Тихо, мирно все время играют, переигрывают команды премиум-класса, проигрывают командам про-серии, скажем так. И постоянно держатся где-то в серединке. Но вот в каждом сезоне, если посмотрите на ПР, они вот ну, где-то в середине таблицы. Вот каждый раз. Немножко им не хватает попадания в плей-офф. Иногда они там рискуют вылететь, но постоянно остаются. Остаются и катают. Сезон в сезон. Все время в Старладере. Среднички. Ну что, наконец-таки решили, что они ридят. Просто я не вижу, что Свен у нас переподключился к игре. И, походу, они решили продолжить без Свена. Вот оно что. Воу-воу-воу-воу. Ну что, вчетвером бойцы ПР пошли в атаку. Интересно. Ну, либо у меня это баг, конечно, и то, что... И мне просто не показалось, что Свен переподключился. Либо же, действительно, они его контролят этим персонажем. И Дитяра так у нас и не смог зайти в доту. Посмотрим, так ли это. Но, в любом случае, без какого-либо сопротивления ребята из ПР забирают два тавера по миду. Крипы уже прессингуют активно и на топе, и снизу. Прям забираются на базу, начинают грызть построения различные. Врывается Свен. Стан. В РМН. РМН мом прожал. Тут, кстати, шторм ставится, есть БКБшка и шачло. Просто приговаривает Войда с помощью своего Рипер. Да, ну и Чилл пытается уйти. Чилл тоже будет убивать. Дитяра. Ну, хочет потерять Аегис. Не дают ему этого сделать. Подхиливает его товарищ Шачло. Ну и падает тавер. Мы видим, пошел Демоник Пурш на экзиста. Ему нужно отходить, чтобы не подставляться. Драться придется втроем. Как это сделать вообще непонятно. Падает Т3. Падают бараки. Последний оплот команды Goomba Gaming. Ну и взрываются с Ravage. Экзиста будут забирать. Экзиста забирает очень-очень быстро. Раскладывает его Свен. Опять же, байбек от ДП. Шачло Рипер еще в кулдауне. 25 зарядов на Бладстоуне. Еще и Аегис не потерял, видимо, Свен. Еще и суппортит. И вот так вы с
сейвит Disruption, смотрите. Exist после байбека, Yu себя поднимает, пытается жить, гашит, тем временем погибает, Exist. Здесь урна сверху, и на нем деспульс висит и помирает. Ай-яй-яй-яй. Умирает ДП после байбека уже. И в итоге ГГВП пишет ребята из Gomba Gaming. Ну вот стоило ради разве так ждать. Если уже... Было понятно, что ПРы выиграют их вчетвером. Да, пишут ГВП ребята из Gomba Gaming. Соглашаются они с поражением. Красивая игра от ПР. Один заход, один замес, который решил абсолютно все в этой игре. Это круто. Это круто. За 37 минут, видим, ребята из ПР переигрывают Gomba Gaming. Зарабатывают себе победку. С чем мы их и поздравляем. Ну а Gomba Gaming нужно... Сделать правильные выводы, отдохнуть прежде всего, подождать 2 часика и ворваться на матч против Alliance. Ну вот. Так что пожелаем им удачи в следующей игре. Так, ребят, мы с вами прервемся на коротенькую совсем паузу. Нас дальше ждет еще один матч. Матч с участием команд Alliance и 4Ankles, поэтому небольшая рекламная музыкальная пауза, перебивочка, и будем возвращаться в прямой эфир. Далеко не разбегайте, с вами сегодня Адекват, это StarLadder, это Европейский дивизион.